Приветствую, друзья! Сегодня хочу вам показать вот такие вот коллекционные металлические шары музыкальные. Привезли из Германии. Шары это как бы народные китайские, я даже не знаю, как аксессуары в каждом доме, скажем так. Вот на шарах имеются вот такие вот рисунки. То есть на одном это типа как жар-птица, а на втором дракон. То есть вот такой вот рисунок, вот такой вот типа дракон. И на этом у нас вот такая вот жар-птица. Яйца музыкальные, то есть если их потрусить, они создают мелодию. То есть это более звонкое. И размер, то есть, ну, чтобы вы понимали, то есть идеальный для перекатывания. Если у кого нету своих, чтобы покатать, можно приобрести и покатать такие. Плюс позвенять ими, дать признак, что яйца уже звенят. Шары в смысле. В общем, вот такие вот, друзья, игрушки. Лайк за видосик. Всего наилучшего. С вами был Артур. Пока.